Добрый день, уважаемые подписчики. В данном видео мы покажем вам, как активировать функцию Agility или мануал режим M на автомобиле V212 220 CDI. Автомобиль дизельный, как вы уже заметили. На видео показано, какие режимы установлены. Режим S Sport и режим Comfort по умолчанию в машине присутствуют. Дальше мы будем показывать, как произвести активацию и кодирование. Открываем программу к центре. В данном случае у нас версия 16.07. Выбираем Open Port. Ждем запуска программы. Выбираем нашу машину. Переходим в вкладку «Легковые машины». Машина у нас E212, кузов. Сама машина 212-005 модификации E200 CDI. Выбираем нашу коробку 6 серии, 5-ступенчатый Tiptronic LGS53. Запускаем подключение программы, диагностику. Внимание, тем, кто хочет получить режим M отдельно, как активировать, какой байт нужно прописать взамен 24, или режим Agility отдельно хочет активировать, делаем подписку, ставим лайк и пишем в Telegram, получаем желанный код. Ждем подключения. В 16 версии немножко долго подключаются они к современным машинам, по новее 212 кузов, 204. Дальше запускаем короткий тест. Смотрим, что OpenPort определяет все блоки. Без всяких проблем, видит все абсолютно. Ожидаемся окончания работы короткого теста. На данной машине 31 блок. Все прекрасно прочитались и видно. Пробежимся по ошибочкам, посмотрим, что есть. Проверяем коробку обязательно на ошибки. Смотрим, убеждаемся, что это EGS53 полноценная. Дальше мы выходим из программы к центру и запускаем нашу программу в Diamo. Версия 4.2.2. Включенная к кабелю OpenPort. Запускаем VPTOL. Выбираем наши CBF файлы. В данном случае здесь у нас огромная база CBF файлов инженерная, не та, которая просто в DAS. Специально подобранные файлы с инженерным меню открытым, с возможностью допуска к блокам. Потому что блоки большинство закрыты от доступа. Просто вам не дадут ничего кодировать. Ищем наш файл CBF EBS53 по названию блоков коробки.
так как это все делается онлайн, по удаленке, есть небольшие задержки из-за интернета. Вот выбрали наш файл. Производим подключение. Проверяем скорость подключения. В данном случае должно быть 500 килобит в секунду. Не 125 и не Highline, а именно 500 килобит в секунду. На этой скорости происходит обмен, правильный обмен данными с блоком. Нажимаем галочку «Подключиться». Подключились в логи. Внизу мы видим, что у нас все прекрасно. Блок, номер смотрим. Здесь прошивочки же все видно. Можно посмотреть для прошивки в будущем блоке. Дальше запускаем кодировки. Вариант кодинг. Кодирование блока. Приступаем к кодированию. Выбираем SCN кодирование ПКВ, то есть легковых машин EGS-53 по названию блока. Заходим в мануальное кодирование, то есть ручное кодирование. Дальше мы запускаем наш новый калькулятор последней версии. Здесь мы выбираем отчет медиана с первого или с нулевого, как, например, в DTS. И видим здесь строку. Выбираем коробку EGS-53. Она уже здесь присутствует, не как версия 1.6 калькулятора. Там этот калькулятор только обычно используется для BBS NAC 2. Здесь в данном случае калькулятор используется полностью. Все коробки практически здесь есть. Выбираем 28 байт. Здесь же внизу прописаны все байты. В каких байтах что у нас происходит, где меняется. Вот до 28 байта у нас происходит изменение байта на тот режим, который нам нужен. То есть в данном случае у нас будет включен Agility режим и режим мануал одновременно. Здесь удаляем родную строку. И вставляем готовую строку. В данном случае мы поменяли 24 и 28 байте, 24 значения, но поменяли на... Все это рассчитывается в калькуляторе специально по битам. То есть заходите и рассчитываете. Если не знаете как, пользуйтесь калькулятором. Или же просто используйте те значения, которые мы вам укажем. Но не на всех машинах значения одинаковые. На разных машинах значения могут быть разные. Все считается или в калькуляторе, или руками. Внесли значение. После этого мы должны сбросить блок, чтобы значения сохранились. И в дальнейшем, если вы сбрасываете клемму с аккумулятора, у вас ничего не слетело, а все осталось. Дальше мы показываем, что режимы активировались. Комфорт S у нас и был. А Agility и ручной режим, пожалуйста, вот показано на приборке, да. При включении M режима и переключении коробки передач Tiptronic'а на режим D, переключение на плюсик и минус, у вас будет указывать там скорость с первой по пятую. Будет на приборке это видно. Когда вы видите, переключаете, например, у вас будет видно 5 скоростей этих, будет показывать, какая скорость у вас в данном случае включена. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, будем стараться для вас делать более качественные видео.